Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! В эфире программа «Преображение», и мы расскажем вам о наиболее важных событиях, произошедших в жизни Ставропольской и Невинномысской епархии на Святой Седмице. Праздник праздников и торжество из торжеств. Так именуют светлое Христово воскресение, Пасху. В этом году она была особенная. С каким трепетом люди ждали схождения благодатного огня в Великую Субботу в храме гроба Господня в Иерусалиме. Как переживали, будут ли открыты на Пасху храмы и возможно ли будет пойти на ночное богослужение. Наша страна, пожалуй, единственное государство в мире, где хоть и строго ограничили доступ к богослужениям, но большинство храмов не закрыли, понимая, что богослужение не должно прекращаться. Бескровная жертва должна приноситься, молитва к Богу должна возноситься, чтобы в тяжелое время сохранить нас от беды. Прошедшие через лагеря и тюрьмы монахи, священнослужители, верующие единогласно подтверждали, что время заключения стало периодом самой горячей молитвы к Богу и невероятным ощущением Его близости и помощи в этих невыносимых условиях. Глубокую скорбь от невозможности посетить храм может прочувствовать лишь тот, кто не мыслит своей жизни без храма, ибо Церковь на земле есть посольство Царствия Божия в нашем мире. Входя в нее, мы оказываемся на небесах, как когда гражданин переступает порог посольства, оказывается в том государстве, которому оно принадлежит. Когда люди обращаются в посольство? Тогда, когда желают отправиться в другую страну или получить консульскую помощь. Но ведь и в церкви мы чаще всего хотим получить помощь, а в перспективе отправиться в то царство, которое церковь представляет на земле. Именно здесь мы узнаем, какие законы и правила надо соблюдать человеку, чтобы полноценным гражданином войти в Царствие Божие, чтобы не быть там чужаком. В церкви мы насыщаемся благодатью, которая является атмосферой Царства Небесного. И если поначалу, когда еще мирской дух является главным содержанием человека, ему сложно войти в церковь, то по мере вхождения в храм, наполняясь Божьей благодатью, человек становится единодуховным в атмосфере храма. Ему становится тяжело без церкви и богослужения. Он уже не может не прийти в храм, так как его самочувствие души и тела теперь очень зависит от него. Вот почему такие переживания верующих людей вызвал заботливый призыв властей и священноначалия ради безопасности в Страстную Седмицу и Светлое Христово Воскресение остаться дома. Кто нас разлучит от любви Божией? Скорбь ли? Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или беда, или меч, спрашивает апостол Павел в послании к римлянам. И мы знаем ответ на этот вопрос. Никто и ничто. Мы действительно почувствовали в эти дни, что Господь рядом с нами, что Он также любит нас, как своих детей. И когда сошел благодатный огонь, и когда запели в телевизионных и интернет-трансляциях «Христос воскресе из мертвых», мы почувствовали радость Пасхи. В нашем храме, как и во многих других церквях, трансляция богослужения велась на улицу с помощью аудиоаппаратуры. И наши прихожане, оставшиеся дома, во всем многотысячном районе открыли окна квартир, вышли во дворы своих домов и с радостью, а некоторые со слезами, ловили звуки пасхальных песнопений, доносившихся из храма в ночи. И мы, несмотря ни на что, были вместе, и вместе переживали радость о Христе воскресшем. Беда пройдет, тучи рассеются, но этот бесценный опыт останется с нами навсегда, и он сделает нас еще ближе и роднее к Церкви Христовой и друг другу. Воистину воскресе Христос! Более 140 лет ведет свою историю храм архистратига Божия Михаила села Высоцкого. В 1869 году началось его строительство. В течение 10 лет силами мастеров, духовенства и прихожан он рос, наполнялся своей благодатью. Создавалось особое пространство веры и любви. Иконостас был привезен из Европы, прекрасной Венеции. Оплатил его изготовление один из московских купцов. Так ратовал он душой за общее дело. В больших коробках, как рассказывали здесь наши старожилы, вот, и собирался он здесь из частей. Вот, сохранилось
вот, карта, вот именно инструкция по сборке иконостаса. Мы случайно под пол когда залезли, вот одно время смотрели полы, потому что они у нас, вот видите, немножко уже ветхие. И нашли там сверток. И вот этот сверток как раз это было вот именно как собирать его. Сохранились до наших дней и киоты, свидетельствующие о том, что иконы были написаны на Афонской горе в русском общежитии святого апостола Андрея Первозванного. Почти вся утварь дореволюционных времен. 20-е годы, 30-е годы мало известно об этом храме. Ну, известно также, что здесь как хранилище его использовали. Вот. А уже в 40-е годы он был открытый, все помнят об этом. Служили здесь божественная литургия, священники здесь были, два священника, диакон. Вот. А так как село в прошлые годы, дореволюционные годы и довоенные годы, было немаленькое село, около 7 тысяч. Храм самый большой, он около 700 квадратов общей площади вместе с коридорами со всеми. Два больших верхних хора и два малых хора. Спустя десятилетия, когда наша страна уже пережила страшные потрясения Великой Отечественной войны и другие невзгоды, в храме появился новый настоятель – отец Петр. Но до чего осиротевший был тогда у храма вид? Отсутствовал купол, иконы потускнели от сырости. Нужна была рука заботливого хозяина. И она нашлась. Восстановили мы полностью колокольню, ее не было, практически полностью не было, потому что она по преданию людей, вот, она была разрушена. Колокольню воздвигли за 38 дней. Ее высота достигает 34 метра. А выдержать она может колокол до 60 тонн. Примечательно, что плащаница здесь древнее, чем сам храм. Она перекочевала сюда из маленькой церкви, существовавшей до появления храма архистратига Божия Михаила. Сегодня храм живет насыщенной духовной жизнью и богоугодными делами. Благодаря социальной активности его настоятеля о нем узнали далеко за пределами Ставропольского края и даже страны. Ежегодно здесь проходит детский православный казачий фестиваль «Будущее России – это мы». Дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Но жизнь на месте не стоит. И радости, и печали делим мы, равные перед Богом, чтобы жизнь свою наполнить светом добра и осознанности. «28 апреля церковь празднует Радоницу. После того, как в храмах приостанавливается поминовение усопших на Страстной Седмице, Радоница – первый день, когда в церквях вновь начинают звучать заупокойные молитвы. Этот день не является родительской субботой. Он всегда выпадает на вторник, 9-й день после Пасхи, и имеет своей целью принести пасхальную радость нашим усопшим сродникам. Богослужение в день Радоницы почти не отличается от иных богослужений пасхального цикла, разве что к литургии присоединяется панихида, а по окончании ее люди идут на кладбище, где приходят к могилам своих усопших и приглашают священнослужителя совершить заупокойную литию. За многие годы эта добрая традиция обросла множеством ненужных обрядов, когда близкие оставляют на могилах пасхальные куличи и яйца, которые потом съедают собаки и вороны, неумеренно выпивают спиртное, да так, что порой поминающих приходится выносить под руки с кладбища, ставят на могилу фотографии усопших, стакан с водкой и кусочком хлеба. Все эти традиции никакого отношения к православию не имеют и ничего полезного покойному не приносят. Мы понимаем, что могила – памятник, фотография на нем
окном красивая оградка, никакого влияния на состояние души покойного в вечной жизни не оказывают. Достаточно, чтобы место погребения было в порядке, не заросшее сорняком, не с провалившейся землей, а над могилой возвышался православный крест. В этом году мы переживаем ряд ограничительных мер, связанных с пандемией. И в большинстве населенных пунктов доступ на кладбище будет закрыт. Это временные трудности, которые мы с Божьей помощью переживем. Но как же тогда помянуть наших усопших на Радоницу? Мы понимаем, что главным поминовением души является молитва. И ее основная сила – это наша вера, искренность и проникновенность. Для большинства из нас к такой молитве наиболее располагает совершение заупокойной литии над могилой усопшего. Но это совершенно не значит, что на Радоницу невозможно помянуть наших усопших по-иному. Молитва возможна в любом месте, и если поход в храм невозможен, то совершить заупокойную молитву мы можем сами дома. Существует заупокойная лития, которую могут совершать миряне самостоятельно. Но если нет ее текста, тогда мы можем прочитать канон Пасхи, а затем те заупокойные молитвы, которые имеются в обычном молитвослове. Помолиться можно также и своими словами. А о некрещенных самоубийцах существуют иные молитвы. По окончании молитв возможно накрыть поминальный стол, прежде всего из тех продуктов и блюд, которые любил наш усопший. И это будет замечательным поминовением, которое примет Господь и которое принесет пользу душам усопших наших. Да упокоит Господь их души со святыми в Царстве Своем. Вас всех, дорогие братья и сестры, снова и снова поздравляем с великим и спасительным праздником Пасхи Христовой. Воскресший Господь да благословит вас своей милостью и благодатью. Христос воскресе! До новых встреч!